Искусство на ощупь. Литературные и живописные шедевры создает инвалид по зрению Жавдат Ханюков из города Зыряновска. Он сочиняет стихи, играет на баяне и пишет картины о родном крае. С незаурядной личностью встретилась Екатерина Зайцева. Человек-легенда – это все о Жавдате Ханюкове. Личности действительно незаурядный. Инвалид по зрению Жавдат Измайлович пишет прозу, сочиняет музыку, занимается живописью, обладает феноменальной памятью. 82 он декламирует свои стихи, а их у него около 500. Мне достаточно было послушать учителя. Уходил на работу только пешком. Пока я иду на работу, вот с квартала до туда дошел, я уже что-то в голове. Главной музой, источником вдохновения для Жавдата Ханюкова остается его супруга Екатерина. Вместе они уже чуть больше полувека. Мы вместе, мы везде, всюду вместе. Это вот главное, что мы вместе. И детей так воспитали, они у нас хорошие. Дети, внуки. В доме Ханюковых все пропитано творчеством. На 30 квадратных метрах двухкомнатной квартиры они создали настоящую картину и галерею. Часть коллекции, а в ней около 400 полотен, бережно хранят друзья и близкие Жавдата Измайловича. Свои работы он дарит, ничего не требуя взамен. Екатерина Зайцева, Аслан Тулепов, Восточно-Казахстанская область, Хабар-24.